Всем привет, Вася, с вами Жека. Значит, вчера впервые побывал на родительском собрании, Вася, в школе у своего сына. Я, конечно, думал, что мой сын не самый примерный ученик, Вася, но чтоб настолько, Вася, я даже и догадываться не мог. Кошевой то, Вася. Я прямо аж свою школу вспомнил, Вася. Прикиньте, пришлось краснеть, Вася, перед учителями за сына-то, Вася. А между прочим, меня в этой школе все помнят, Вася. Не верите? Я серьезно говорю, помню. Я же вот только недавно выпустился. Вот. Значит, оказалось, Вася, что у него за парой, Вася, практически по всем предметам, Вася. Взять, к примеру, украинскую литературу, Вася. Он, Вася, не смог выучить даже заповедь, Вася, этого. Как его? О, точно, Шевченко вылетела из головы. Да. Что тут сложного, Вася, заповедь выучить? Як умру, то поховайте. Ну, в общем, в таком же духе, да. Классная руководительница жалуется, что он на уроке математики, Вася, в уме не может сложить 44 плюс 12, Вася. Прикиньте, 44, Вася, плюс 12 сложить в уме. Это же элементарно, Вася. 44 плюс 12 будет... О, сейчас смс пришла, извините. Все, ответил. 56 будет 44 плюс 12. Вот. А еще у него по рисованию кол. Знаете за что? За то, что он не смог нарисовать пирата. Обычного, Вася, обыкновенного пирата. Что там его рисовать, Вася? Открываешь книжку по химии, рисуешь Менделееву повязку на глаз, все, пират готов. Не знаю, кого он такой, Вася. Мать вроде нормальная, Вася. Старшую сестру, что ли? Но больше всего, Вася, меня поразило то, что эта детина, Вася, уже в 5 классе, а до сих пор медленно читает, Вася. И когда после родительского собрания я пришел и говорю, слушай, ты что, до сих пор не научился быстро читать? Он мне, знаете, что ответил? Говорит, можно подумать, Вася, ты быстро читаешь. Но я тут, естественно, сразу завелся. Говорю, а ну давай, Вася, сейчас мы проверим с тобой, кто из нас быстрее, Вася, читает. Вот. Начали читать с ним на перегонки, Вася. Что самое интересное, я проиграл. Это, наверное, потому что он моложе. Я бы в возрасте тоже быстрее отца читал. Короче, я сделал вот такой вывод вас из всего происходящего. Надо заняться образованием своего сына. Потому что у нас в стране 90% идиотов, Вася, и только 30% нормальные. С вами был Жек. Живите четко, Вася, учитесь и не косячьте. Пока.